сегодня такой тяжелый матч. Гоу, наверное, видели. Как бы только прилетели со сборов, было немного тяжело перестроиться. Вот поэтому хорошо, что начали турнир с победы, но есть над чем работать еще. Понятно. Спартак для вас принципиальный соперник, как Крыно армейцы? Да, для нас все соперники принципиальные. Понятно, это дежурное слово. И тем не менее. Ну, я вам говорю, все принципиальные. Спартак удивил своим стилем, таким агрессивным, американским? Спартак хорошо сегодня выглядел. Удивительно удивил, но выглядел хорошо. Вы знали о том, что Спартак играл на Кубке Чернышева здесь же? Нет. Они все матчи выиграли, и 6-0 в Минске, и в Динамо. Здорово. Поздравляю. Спустя 2 года с какими эмоциями возвращаетесь? Очень положительно. Но есть какие-то необычные ощущения, чувства? Чувства, еще раз говорю, самые положительные, что вот чего-то особенного нет. Вернулся домой еще раз, я говорю, поэтому все хорошо. Новая арена, как вам? Отлично, для арены. Очень хорошо, да, это хорошо для ХЛ, где арена появляется. Кто завтра выиграет, ЦСКА или Спартак? Футбол? Да. Ой, ЦСКА, конечно. Вы идете? Ну, билеты сделают, пойду. Сделать. Кто-нибудь. Пока сейчас напишем, сейчас сразу вам пришлют полстадиона. Здорово. Ну, понятно. Тяжело действительно выглядеть ЦСКА. Это все-таки нагрузки еще? Конечно. У нас, можно сказать, сборы еще не закончились. Продолжаем работать. Поэтому тяжело и выглядим. Ну, у вас хорошая тройка сегодня, да. Я еще раз говорю, есть над чем работать. Еще много работы. Еще есть там 2 недели почти до старта чемпионата. Нужно исправлять ошибки, потому что их сегодня было очень много. Можно плей-офф исправить ошибки еще, но больше времени. Можно так сказать. Дмитрий, а Спартак в данном случае показалось, что быстрее вас был, по крайней мере. Ну, если с трибуны показалось, наверное, может, и был быстрее. Но я повторяюсь, что мы еще не прекратили работать, поэтому все будет хорошо. Дим, такой вопрос. Сибирь была в финале Восточной конференции, ЦСКА в финале Западной конференции. Ну, серия за 3-е место не проводилась. И Сибирь всего лишь один раз ЦСКА сыграла. Да. Но в Сибирске. Кто бы выиграл эту серию, как вы думаете? Ой, я не знаю. Тяжелая была серия. Могу Сибирь сказать. Был. Сибирь. Удивительные миры Гарри Гаррисона фантазируем в следующем году. Пошли. Собрание.